Доброе утро. Взбодрились. Приветствую вас, инженеры. Вы на канале GenFix. И это 14-е видео по Space Engineers. Как мы помним, в прошлой серии мы нашли нечто нехорошее на просторах космоса. И было принято решение поковыряться в своих проектах и найти один корабль, на который я очень сильно надеюсь. Так что сейчас мы едем в наш бункер и будем со всем этим разбираться. Но пока мы туда едем, хочу немножко с вами поговорить. Попрошу вас подписаться на Discord канал, если вы интересуетесь моим YouTube каналом. Также это касается тех, кто сейчас уже находится в канале Game Plus. Лёва, если ты это смотришь, палкой меня не бей. Просто у меня появилось желание попробовать собрать подписоту, которая именно с моего канала. Так что ссылка будет в описании или в комментах. Переходите, буду вас там ждать. Ну, а также можете написать, может быть, вы хотели бы видеть какие-то еще прохождения помимо инженеров на моем канале. Пишите в комменты, я почитаю и подумаю. Ну, а теперь переходим к видео. Вот я и добрался до бункера. Надо проверить ресурсы, какие тут имеются. Ну, судя по количеству, этого должно хватить. По крайней мере, я на это надеюсь. Ладненько, давайте понемногу приступать. Сразу для удобного доступа выведем наверх конвейерные трубы и поставим там какой-нибудь контейнер, чтобы постоянно не бегать снизу вверх и наоборот. Выведу, наверное, его посерединке. Теперь все это дело завариваем. Ставим тут контейнер, закрываем эту дырку, чтобы случайно не провалиться. Поднимаем наверх пару блоков и сверху уже сделаем подобие взлетной площадки. Тут немножечко блоков накидаем. В этот раз она должна быть довольно большой. Ну хотя да, вы еще корабль-то не видели. Поэтому берем проектор. Ставим. Как обычно, к нему мы ставим еще и программный блок. Ну и экран, на котором будем видеть информацию о ресурсах. И как-нибудь его надо переименовать, чтобы я его потом мог узнать. Ну и потом вписываем в аргумент все наши названия. Заработало. Теперь включаем наш проектор. Вот такие масштабы у нашего будущего корабля. Ладно, не время отлынивать, продолжаем работать. Надо еще немножко расширить. Теперь закидываем пластины в дрона. И очень быстро сейчас мы все это дело сварим. Аккуратно подлетаем сюда. И начинаем творить магию. Готово. Думаю, надо скататься, посмотреть, что у нас на сборочном заводе еще осталось. Потому что некоторых ресурсов еще не хватает. Одновременно с этим поставлю на зарядку дрона, чтобы пока я катаюсь, он заряжался.
Вот мы на месте. Раз уж я здесь, надо заранее сделать снаряды. Потому что в этот раз корабль будет серьезным вооружением, которое, я надеюсь, нам сможет помочь в устранении проблем. Вы же в это верите? Я тоже. В общем, снаряды крафтятся. Надо подъехать поближе и все это дело скидать внутрь. Аккуратненько подъезжаем, ничего не ломая. Отлично. Ну и теперь осталось это все перекидать. Все было успешно загружено. Осталось теперь все материалы выгрузить в бункер. Так, смотрим на наш мониторчик. И кажется, нам всего хватает. Поэтому что мы делаем? Правильно. Принимаемся за работу. Остались завершающие шаги. И кажется, на этом все. Так, еще раз тут сваркой проверил. Вроде нигде ничего нового не варилось.
Ну да, и на экране пусто. Значит, работа завершена. Отлично. Вешаем дрона на зарядку. Давайте залезем внутрь в кабину, посмотрим. Хотя нет. Нам же еще надо батарейки зарядить. Поэтому оставлю его здесь. Пусть он пока что заряжается. Но пока корабль заряжается, давайте на него немножечко посмотрим. Прошло некоторое время, и батареи уже заряжены. Это хорошо. Закинул еще урана в реакторы, чтобы уж наверняка. Ага, еще тут немножечко краны поломались. Но исправить это несложно. Надо всего лишь рекомпилировать. Кажется, починилось. Ну что? Кажется, мы готовы к первому полету. Все системы в норме. Пробуем. О да. Без каких-либо проблем мы можем спокойненько летать. Как давно я этого не ощущал. Уже соскучился по этому чувству. Но так как мы на одних атмосферниках с планеты далеко не улетим, нам необходимо заправиться водородом. А где его взять? Правильно, на ледяном озере. Поэтому двигаемся туда. Магия монтажа, и я уже здесь. Теперь аккуратненько садимся. Не хватало в первый же раз что-нибудь сломать на нем. Выдвигаем шасси. И медленно-медленно приземляемся. Готово. Теперь мы, естественно, пересаживаемся. Тут нас поджидает наш любимый бульдозер. Или нелюбимый. Хм, неважно. Главное, что он выполняет свои функции. А в данный момент его функция — это добыча льда. Поэтому за работу! В целом добыча идет вполне неплохо. Вот я его уже загрузился полностью. Теперь надо бы это все скидать туда. И опять нам на помощь приходят гравитационные воронки. Я считаю их лучшим изобретением человечества. Да. Только вот сброс как-то не очень удобно происходит. Постоянно будут застревать под дном. Надо бы это как-то исправить. А как это исправить? Правильно. Переставить выбрасыватель куда-нибудь на заднюю часть бульдозера.
Настраиваем все кнопочки. И теперь это работает так, как я хотел. Отлично. Тем временем я все еще продолжаю добывать лед, потому что он мне понадобится в огромных количествах, так как на моем корабле стоит или 4, или 6 водородных баков. Я же их не просто так туда оставил. Что у нас тут по льду? Ну, в целом, как бы количество хорошее. Но, скорее всего, это будет мало. А в баках у нас тем временем... Да, не густо. Думаю, того льда, который сейчас лежит в контейнерах, явно не хватит. Поэтому пойду дальше копать. Добыл еще немного льда, и думаю, стоит немножечко здесь постоять, подождать, пока весь лед переработается в водород, и после этого можно будет выдвигаться. Ё-моё, уже спина затекла тут сидеть в этом кресле. Вот такие у нас масштабы добычи льда. Оно в целом и неудивительно. В общем-то, можем выдвигаться уже. Убираем бульдозер куда-нибудь подальше, чтобы случайно его не сжечь. И залезаем внутрь. Как вы можете заметить, у нас баки почти полные. Подумаешь, там 15% не хватает. Нормально, сойдет. Так что давайте включаем наши ускорители. И двигаемся обратно к бункеру. У нас остаются завершающие шаги, цепляемся к коннектору и берем с собой некоторое количество ресурсов на всякий случай. Потому что кто знает, что может случиться в ходе нашей операции. Возможно, даже нам придется делать какой-то ремонт на месте. А какой у нас будет ремонт, если у нас с собой не будет никаких компонентов? Поэтому давайте снаряды перекидываем и материалы. Ну что ж, кажется, мы готовы. Включаем водородники и покидаем нашу прекрасную планету. В этот раз будем бороздить просторы космоса не на каком-то спутнике, а уже как бы... Лично присутствую там.
Даже руки на рычагах дрожат. Главное не сбиться с курса. Вот они, темные просторы космоса и различные огроменные астероиды. Может, стоит глянуть, что на нем есть? Это же серебро! Наконец-то я нашел что-то стоящее. Я думаю, надо немножко его прикарманить. Вряд ли я его где-то смогу еще найти. Если мне не изменяет память, то на нашей планете серебра не было от слова совсем. Поэтому необходимо вынести максимальную выгоду из нашей операции. Ты правда серебро. Я уже начал забывать, как оно выглядит. Моя память заставляла меня думать о том, что в мире кроме железа больше ничего и нету. Но, как вы можете заметить, это далеко не так. Специально повернулся коллектором к серебру, чтобы было удобно подбирать руду. Накопал приличный кусок. И... Я, кажется, знаю, в чем проблема. Проблема в генераторе гравитации. Ну да, так я и думал. Захвачу еще немного с собой. И можно будет выдвигаться. Ладно, думаю, этого достаточно. Не стоит забывать, зачем мы здесь. Я прекрасно помню, куда прыгали те корабли. И так как они постоянно за мной наблюдают, вряд ли они будут где-то далеко. Пролетая мимо какой-то фракции. Довольно интересно. Может, стоит связаться с ними и попросить какой-то помощи у них? Вряд ли они будут мне помогать. Придется справляться самому. Ладно, продолжаем наш тяжелый путь. Я уже не знаю, сколько я лечу. Но пока что на горизонте особо ничего не видно. Поставил корабль на автопилот, а самому, возможно, стоит немножко вздремнуть. Так вот смогу немного сократить время. Правда, в моей конструкции не была предусмотрена кровать. Ну да ладно. Ладно, надо отдохнуть. Что такое? А? Сирена? Так, там что-то впереди. Против солнца плохо видно. Вижу какой-то странный силуэт. Он мне кажется знакомым. Я точно где-то его видел. И это освещение. Неужели это он? Я уверен, что это он. Напасть? Или нет? Я не готов к этому. Не лоб-лоб. Надо уходить. Срочно.
На такой ноте пришло время заканчивать видео, и вместе с ним первый сезон летсплея по инженерам. Хочу выразить слова благодарности тем, кто был со мной все это время. Думаю, без вашей поддержки я бы не находил сил, чтобы продолжать рассказывать вам о тяжелой судьбе нашего инженера. Спасибо за ваши приятные слова в комментариях, и отдельное спасибо этим людям за материальную помощь моему каналу. Напомню то, что в описании или в комментариях будет ссылка на мой личный Discord сервер. Я его давно хотел сделать, так что забегайте туда, буду вас там ждать. А что ж теперь делать, спросите вы? Ну что делать, ждать второго сезона. Я буду думать над его концептом, собирать новую сборку модов, и надеюсь, в ней будет гораздо больше экшона, чем в этом сезоне. Так что еще раз всем спасибо, увидимся в следующем сезоне. Пока!